Центральная избирательная комиссия утвердила план деятельности учреждения на 2022 год. Одной из задач, предложенных в этом году, является разработка концепции онлайн-голосования. Согласно плану действий, Центр избирком ставит перед собой несколько задач, в том числе развитие оцифрованных, безопасных и инновационных услуг, повышение участия в выборах, повышение неподкупности и доверия к избирательному процессу посредством предотвращения, мониторинга и контроля, сокращение дистанции между избирателем и избирательным органом за счет повышения прозрачности предвыборной информации. Кроме того, Центр избирком планирует в этом году ряд мероприятий по повышению качества избирательных услуг за счет эффективного сотрудничества между госучреждениями, а также по укреплению комиссии как авторитетного, ориентированного на граждан учреждения, продвигающего свой имидж на международном уровне как современной и прогрессивной избирательной структуры. Центр избирком также намерен в этом году разработать концепцию и технические условия для онлайн-голосования. Деятельность будет осуществляться в рамках созданной для этого межведомственной рабочей группы с привлечением местных и международных экспертов. После доработки документов они будут направлены в правительство и парламент для планирования необходимых ресурсов и принятия необходимой нормативной базы.